был самый длинный спецучасток, самый тяжелый. Протяженностью 420 километров. Был вообще разный ландшафт. И пески, и скалы, и плата, и грязь. Много машин сталкивались с какими-то повреждениями. Несколько машин, мы сами видели, лежали на боку. Мы успешно финишировали, но потеряли в песках защиту. Без нее завтра нереально ехать. Наши ребята будут за ночь восстанавливать. Сейчас один из механиков отправился в город за материалом. Предстоит тяжелая ночная работа. Думаю, к утру все успеют, и мы снова выйдем и покажем хороший результат.